Так, приветствую всех. Это видео для одного из подписчиков. Вот он просил про этот мотоцикл. Значит, что тут есть, вижу. Вилка. Цепь. Вот такая вот маркировка. Если видно, выхлопная система из двух частей. Двигатель. Honda. На вид все новое, все фишки, все разъемы, рама, я так понимаю, замок зажигания, руль, это суппорта, может, не очень видно хорошо. Вот еще раз маркировка. Какие-то амортизаторы или что это, я не знаю, штанги какие-то. Ну, собственно говоря, основное, двигатель, рама присутствует, цепь, вилка. Вот, ну и второй тут тоже, который Honda. Тоже в разобранном состоянии. То же самое тут двигатель, рама, но уже без выпускной системы и на вид уже не очень новый. Вот этот вот как похоже как новая. Так вот со всех сторон показываю. Там он даже какой-то фильтр масляный или какой-то. Ну вот как-то так. Больше там ничего нового, по-моему, не добавилось. Вот эти мотороллеры новые. Больше там ничего нету. Мотоблоки. Как-то так.